По Харьковскому заводу там оборудование Бюллер, еще завод старый 74 года, но полностью оборудование было установлено Бюллером. Было произведено несколько модернизаций, там, в частности, по основной линии дозирования было переведено на компьютерное управление в 2012 году. Приобретены были некоторые виды оборудования нового, более современного, там, в частности, были воздуходувки винтовые, чешские, по-моему, по памяти. Вот, произведена модернизация котельной твердотопливной, переходом на предтопки. Вот, в 2014 году 1,5 километра железнодорожных путей были полностью переложены. Была заново спроектирована и установлена линия по фасовке комбикормов, модернизирован склад, полностью перестроен с площадкой, с заливкой полов, 1000 квадратных метров.